Станислав Бородакин родился 23 октября 1944 года в селе Кочки Новосибирской области в семье военнослужащего. Окончил среднюю школу в Виннице, Всесоюзный государственный институт кинематографии, с перерывом, мастерские Якова Сегеля, Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. 1962-1969, будучи студентом первого курса, снялся в фильме режиссера Сергея Герасимова «Люди и звери». Конец 1960-х, начало 1970-х годов были наиболее продуктивны в карьере. Работал на киностудии «Мосфильм», театре киноактера 1969-1989, театре-студии «Драматург», при Союзе театральных деятелей Российской Федерации, Всероссийское театральное общество, 1989-2005, дочь, Фекленко, Дарья Владимировна, отчество по второму мужу матери,